Тот протокол, который появился в телеграм-каналах, ну, я его там изначально и увидел. Этот протокол в Совбез не поступал. Мы его не видели, мы его видели в телеграм-каналах, оппозиционных телеграм-каналах. Ну и, конечно же, начали выяснять. После этого нам поступило письмо, вот оно здесь, я его с собой захватил, от нескольких партий, общественных организаций Абхазии. И они здесь просят прокомментировать, насколько достоверно этот документ или недостоверно. Еще раз повторяю, мы этим документом не обладаем. Официально он к нам не поступал. По каким-либо другим каналам подтвердить его мы не можем. Что касается самого документа, каким образом он попал в Абхазию, как он попал на эти каналы, телеграм-каналы, мы, конечно, будем выяснять, каким образом, через кого, ну и, наверное, это тоже важно для нас, какую цель преследовали те, которые этот документ, неофициально получивший в Абхазии, какую цель преследует этот документ. Цель, задачи, для чего, кто. То есть эта работа будет вестись. Не могу сегодня точно сказать, сколько она будет вестись, но эта работа будет продолжаться. Мы будем использовать все свои возможности для того, чтобы выяснить.